Hi, my name is Andy. Меня зовут Андрей, и однажды я не знал английский язык. И мне повезло его выучить не так, как вы. Я учил его как дети. Я попросил детей рассказать мне, а как вы учите английский язык, и вместе с ними прошел все шаги. И я удивился. Это совершенно другая реальность. Вот мы как думаем, сначала нужно выучить слова, необходимую грамматику, тренироваться, ну и потом уже когда-нибудь реально использовать английский язык. Ну а дети, как они? Они берут и сразу используют английский язык. То, чего им не хватает, они быстро подучили и начали разговаривать. И вот на чем основан мой подход. Мы не учим скучные правила, не учим ненужные слова. Мы берем и сразу разговариваем, задаем вопросы, учимся отвечать на них и подбираем только нужные нам слова. Но я пошел немножко дальше. Даже если вы знаете какие-то слова, даже если вы знаете правильные конструкции, это не значит, что вы можете свободно общаться на английском языке. Вы можете быть замкнутыми, вы можете быть неуверенными. И еще много-много всего, что можно было бы проработать, я делаю это с детьми. Мы берем все самые необходимые качества и прокачиваем их.